пошла. Так, раз, два. Заказали, ждем. Ты ему напиши сейчас, что... Ну, вот я ему пишу, да, что... ты напиши, что если бы это была конкретная спецификация, то мы бы быстро вам ее... Мы бы торопились в Windows. А? Windows у тебя бы дернули каждые 20 минут. Да, я знаю. Он же еще просто в прошлом письме писал, что они в июне уже должны запускать компанию. Ты ему напиши, что просто это затягивается из-за того, что нам нужно продумать идею. Это логично. Некоторые компании это могут неделю брать, чтобы продумать идею. Потому что как бы мы же не можем родить ее. Так и напиши и скажи, что мы ему... В понедельник зашлем уже. Ага. То есть мы постараемся сегодня, мы сейчас сядем сегодня, может, с ребятами еще все вместе подумаем, что-то придумаем. А что, понедельник подрядчики сразу не смогут оценить? Да. Оценивать полчаса. Здесь главное, чтобы у нас была идея, а как бы мы ее продумаем, и они смогут дать оценку. То есть ты больше от нас там на найду. То есть надо сначала придумать.